Наша семья отмечена силой. Она в моем отце. Она во мне. И в тебе она течет. Всем привет, с вами вновь Антон Логвинов. Остаются считанные дни до выхода «Пробуждения силы» седьмого эпизода в саге о «Звездных войнах», которые я, да и уверен, многие из вас безумно любят с самого детства. И меня очень часто спрашивают, какие любимые мои эпизоды, какой из них лучше, и что вообще я думаю о «Звездных войнах». Поэтому сегодня я решил рассказать свою историю, так сказать, знакомства с сагой практически с каждой частью. Сила взывает к тебе. Думаю, как и у многих, мое знакомство началось не с первого эпизода, то есть с четвертого. Однажды, в начале 90-х, пришел к другу в гости, у друга была кабельная, практически неслыханная по тем временам вещь. Ну, то есть те, кто был ушлый, да, там в конце 80-х, в начале 90-х, начали создавать частные сети, крутить по ним видео с VHS-кассет и брать за это деньги, естественно, не платя никаким правообладателям. У нас в городе такое кабельное было, и вот мои соседи были подписаны. Я пришел и увидел на телевизоре, на маленьком, естественно, 14-дюймовом, финальный этап битвы за Эндор из шестого эпизода. Для меня, как неизбалованного советского ребенка, это было вообще что-то. Я увидел, прифигел, только мог спросить, что это такое. А мой друг такой с превосходством в голосе сказал, что не знаю, что такое «Звездные войны». Че, лох совсем? Ну и самое интересное, что особых способов взять вот после этого и, как сейчас, да, и разом посмотреть все фильмы не было, поэтому я, в общем-то, ждал того часа, когда «Звездные войны» покажут по телевизору, что и произошло со мной, как ни странно, в Донецке, куда меня на лет сослали к бабушке, и там на местном, по-моему, канале «Интер» крутили все три эпизода подряд, и было мне счастье. Извините, сэр, вон тот R2 в отличном состоянии и стоит недорого. Дядя Оуэн? Да? Может, возьмем того? Мы возьмем другого, синего. Бабе, а я не заблюду. Конечно, оригинальная трилогия, ну, это фильм на все времена. И в этом убеждаешься, когда начинаешь ее пересматривать. Конечно, спустя годы мнение меняется. Все-таки это основоположник современной фантастики. И с тех пор было сделано в жанре очень много всего. Ну и плюс мы взрослее стали, и требования повысились. И, в общем, конечно же, «Звездные войны» сегодня уже не обладают тем магическим шармом, когда хочется представлять, что световой меч реально существует, представлять себя пилотом, не знаю, там, X-Wing, Тайфайтера, сидя в кабине. Все это в прошлом, но, тем не менее, мне кажется, это очень крутые фильмы, потому что даже спустя годы ты смотришь, и там есть на что посмотреть. Люк, отходи! Ты в порядке? Да, немного поджарился. К четвертому эпизоду у меня очень много раз менялось отношение. Вот как раз по мере взросления, по мере выхода новых каких-то эпических сай-фаев, конечно же, когда-то я безумно любил четвертую часть и, конечно же, считал ее эталоном, потому что там все было. И частное приключение беглецов, которые скрываются от могущественной империи по всей галактике, и R2-D2, и C-3PO, и загадочная сила, да, которая на тот момент еще довольно мало известна. И, конечно же, охренительная станция размером с планету. Эту «Звезда смерти». История мальчика из деревни, который нашел высшее предназначение, объединился с повстанцами там, да, и разгромил злую империю. Опять же, финальный эпизод награждения. То есть в этом фильме реально очень много эмоций, очень много хороших эмоций. Но вот спустя годы отношение к нему несколько раз менялось. Потом я стал замечать, что в четвертом эпизоде все как-то слишком быстро происходит. То есть бах, вот парень из деревни, и вот он уже куда-то летит, и вот они уже на «Звезде смерти», и вот бабах и хэппи-энд. Как-то все слишком, да, просто, почти как в комиксе. Ты маленький для штурмовика. А? А, форма.
Я Люк, я пришел за вами. Кто ты? Я пришел спасти вас, со мной еще Бен Кеноби. Бен Кеноби? Где он? Пошли. После того, как вышла новая трилогия, я как-то стал больше ценить четвертый эпизод, потому что на самом деле различные фразы в диалогах, они очень круто подвязаны к тому, что происходило в новой трилогии. То есть ты смотришь четвертый эпизод, и там Вейдер разговаривает со своими подчиненными и мельком упоминает, что вот они разогнали Совет Республики. Ну, то есть доразобрались так с либеральным мразью. Имперский Сенат больше не доставит нам хлопот. Я получил сообщение о том, что император распустил Сенат. Последние остатки Старой Республики уничтожены. Ну, в общем и целом, четвертый эпизод, наверное, я до сих пор люблю. Все-таки он был первый, с него все началось. Ну и до сих пор это вполне себе неплохое кино. Вышедшая после него «Империя наносит ответные удары» — это, конечно, веха в истории кинематографа и объективная. Это до сих пор вот самый крутой фильм в саге о «Звездных войнах». Это самый взрослый блокбастер с наиболее крутым сценарием, в котором, в принципе, есть все, да, и эпик, и личные драмы, и, конечно, охренительный клиффхенгер в конце. Хан, ты нам нужен. Нам? Да. А может, вам? Мне? Не понимаю, о чем ты. Разумеется. Вообще, мне кажется, что именно пятый эпизод, он безумно повлиял на всю историю кинематографа, потому что, ну, это был первый фильм, который открывался эпической битвой, которая должна обычно находиться, да, в финале. То есть битва за Хорт — это не то, что, да, там, вот икона, которая вошла в историю кинематографа, не только потому, что, да, там, что происходит, но и то, что эта битва находится в начале фильма. И, в принципе, если посмотреть на современные блокбастеры, очень-очень многие взяли это, ну, за правило, фактически, что у экшн-фильма, у блокбастера должен быть некий опенинг, представление героев, да, какая-то очень крутая битва в начале фильма, а потом уже после нее начинается основной сюжет. Ну и, конечно же, не говоря о фразе «Я твой отец». Мне кажется, именно вообще в тот момент появилось понятие клиффхенгера. Мне кажется, ни в одном фильме до этого, в принципе, не было настолько охренительного поворота сюжета. И недаром актеры, да, на съемочной площадке произносили другую фразу, типа «Оби-Ван убил твоего отца», что тоже является мощным клиффхенгером, но не настолько. «Я не пойду за тобой!» Если бы ты знал могущество темной стороны, Оби-Ван не сказал, что случилось с твоим отцом. Он многое сказал. Ну и в целом вообще в пятом эпизоде было все. Да, и эпик, и частные приключения, залет в живую пещеру, Люк проходил тренировки у Йоды загадочного и, безусловно, милого. Темная сторона сильнее? Нет, 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 проще и притягательнее. Появился Боба Фетт, Люк потерял руку, и, в общем, в этом фильме был миллион эмоций. Не любить его просто-таки невозможно. Эй, убери палку от лица. Чего не скажешь о шестом эпизоде. Вот его, мне кажется, время потрепало просто-таки супер изрядно, потому что, когда я был ребенком, он мне безумно нравился. Возвращение на Татуин, освобождение Хана Соло, битва возле этого песчаного червя. Сумасшедшие эти гонки на спидерах по лесу. Там были супер-няшные эвоки, которые побеждали Империю. Смотри! Убери его оттуда! Люк заканчивал тренировку на Дагоба с Йодой. Там были суперэмоциональные эпизоды с Люком Палпатином и Дартом Вейдером, в которых Люк сражался, да, за душу отца. Никогда. Я не перейду на темную сторону. Вы проиграли. Я джедай. Такой же, каким был мой отец. Ты пожалеешь, джедай. Ну и, конечно, в шестом эпизоде было самое эпическое космическое сражение, немножко повторявшее четвертый эпизод, но зато совсем другим масштабом, с настоящим накалом сражения, охренительными персонажами. Ну, в общем, лично я в детстве все это безумно любил. Осторожно, давай на 0.6. Вас понял. А
Отличный выстрел! Но после того, как ты вырастаешь, начинаешь смотреть на все несколько другими глазами. Эвоки победили империю, что? Джабба слился как лох, заковал Лею там в какие-то железяки. Ну и список претензий можно продолжать бесконечно. Шестой эпизод вот из оригинальной саги, он какой-то, ну вот, самый бессмысленный. То есть, по сути, за весь фильм произошла одна битва на Татуине с освобождением Хана Соло и другая битва, да, вот на Эндрии. Его орбите. Что для окончания саги, ну, как-то маловато. И, в общем, спустя года, особенно когда ты узнаешь, что Лукас там сделал эвоков няшками, чтобы продавать игрушки. Ну, в общем, в результате шестой эпизод кажется каким-то слабоватым. Хотя, безусловно, моменты были. У них защитное поле! Теряем время. Бежим! Выход первого эпизода был для меня мучительным. Ну, потому что тогда я еще все равно был маленький, ходил в школу. В моем подмосковном городе еще не было кинотеатров, они были только в Москве. В общем, никто меня туда не возил, чтобы посмотреть первый эпизод, ну и самого не отпускали, потому что, ну, слишком маленький еще был. Ну, а к тому моменту я, конечно же, был просто бесконечным фанатом «Звездных войн», потому что за 90-е вышла масса великих вообще видеоигр по «Звездным войнам», и, в общем, сага была любима, пересмотрена была миллион уже раз, уже потом на VHS-е дома. И, собственно, именно с помощью VHS я и познакомился с первым эпизодом. Естественно, сначала пошли камрипы, страшные, отвратительные, но сил терпеть не было. И я вот практически чуть ли не каждый день бегал на рынок и покупал кассеты, потому что, ну там, не знаю, раз в несколько недель приходила новая версия, даже там сначала совсем отвратительный камрип, потом еще получше, потом уже, ну, нормальный, уже лицензионный вышел. И, в общем, долгое время единственная хорошая качественная запись, которую я видел на «Звездных войн», это был пикселявый трейлер, скачанный из интернета на модеме, потому что выделенных тогда еще тоже не было. На самом деле, я не разделяю особой критики первого эпизода. То есть это определенно не настолько круто, насколько я там в свое время ждал, рисовал себе в мыслях. А ведь фантазии о первом эпизоде был миллион. Был миллион историй о том, что Лукас на самом деле снимал первые три эпизода, но они были плохие, и он их уничтожил. Все эти, знаете, детские байки, сценарии липовые, да, о том, что там происходило. Все это было в голове, и, конечно, уже увидеть тот первый эпизод, вот каким он был, с планетой Набу, намалеванной принцессой и всем остальным, я понимаю, почему фильм, да, разочаровал очень многих, но в целом он мне все равно понравился. Это были именно, ну, «Звездные войны». Там были частные такие сказочные приключения персонажей, опять же, история маленького мальчика, да, там, который встает на большой путь. Совершенно чумовые крышесносные гонки, совершенно потрясающий эпизод. Единственное, что меня тогда бесило в первом эпизоде, это вот планета Набу, у которой все дизайны обтекаемые, отвратительные эти истребители с очками, как у летчиков Второй мировой и прочей херней. Вот это меня очень все раздражало. Все эти танки дурацкие, щиты, вот эти подводные, да, там и космические корабли зализанные, опять же, Дарт Мол с рожками. Мне плевать, да, там, как это объяснили по лору. Все это меня немножко раздражало, но в целом мне фильм понравился, потому что, ну, в нем реально все равно был дух «Звездных войн», да, приключения и, конечно же, эпическая битва на лайтсейберах в конце, что в «Звездных войнах» вообще случилось впервые, потому что все предыдущие битвы были, ну, супер медленные. Спустя годы я вообще поменял к первому эпизоду свое отношение, потому что, ну да, у него есть проблемы, вся вот эта политическая закрученная история, в которой не хочется разбираться, потому что она, ну, просто скучная. Но
При этом, если посмотреть на то, как, с каким старанием написан фильм, видно, что Лукас его очень-очень сильно продумывал, гораздо больше, чем предыдущие фильмы. Даже название какое, да, у первого эпизода «Phantom Menace», то есть «Скрытая угроза», очень красивая. Даже если посмотреть на текст, да, вот плывущий в начале фильма, то он довольно сложный, то есть его вот так сходу не переведешь. И это же касается практически всех диалогов в фильме. То есть видно, что Лукас, он вот прямо-таки старался его написать. Да, не все получилось, но все-таки в моих глазах первый эпизод очень хороший. Я успешно вступил в контакт с премьер-министром Камино. Они используют наемника по имени Дженго Фетт для создания армии клонов. Я полагаю, что этот наемник и есть убийца, которого мы ищем. Как ни странно звучит, второй эпизод «Звездных войн», «Атака клонов», это был первый эпизод «Звездных войн», который я посмотрел вообще в кинотеатре. Потому что я уже как раз вот вышел из того возраста, когда я не мог взять и поехать самостоятельно в Москву. Более того, у меня тогда еще подыскалась компания, как ни странно, состоящая из одной моей учительницы школьной, потому что она была дикой фанаткой «Звездных войн» и вот собралась со своей семьей ехать, и меня тоже они пригласили. Второй эпизод лично я считаю одним из лучших вообще во всей саге на уровне пятой части. Это великолепное кино, потому что, ну вот, в нем было все, чего я хотел. Наконец-то по-настоящему, да, показали Коруссант, то есть центр цивилизации. Потому что в первом эпизоде, да, все было по вершкам, здесь же опустились на улицы, показали вселенную «Звездных войн» вот так, как она заслуживала. Потому что до этого это было только в различных играх вроде Jedi Knight, где ты мог походить по космическим барам, ну, естественно, не в таком качестве и не с такой проработкой вселенной. К тебе кто-то пришел, золотко. По виду джедай. Оби-Ван! Здорово, Декс. Ты садись, я сейчас подойду. Практически весь фильм, там есть не только атмосфера приключения, но и интриги, тайны, что есть некая таинственная планета-океан, на которой выращивают тайную армию клонов по заказу одного из сенаторов республики, что как бы, да, там противоречит всем идеям и постулатам джедайского ордена. Эта группа была создана около 5 лет назад. Вы упоминали об ускорении роста. О да, это крайне важно, иначе срок достижения зрелости был бы таким же, как у людей. Нам удалось сократить его вдвойне. Совершенно прекрасно прописана линия Анакина в этом фильме. Вообще, мне кажется, что именно в «Атаке клонов» показан по-настоящему переход его на темную сторону. Когда он вырезает селение Джав, да, чтобы отомстить за смерть своей матери. Вот это по-настоящему сильный эмоциональный момент, просто-таки пропитанный мрачной атмосферой. Это было просто охренительно. Ну и не говоря о грандиозной финальной битве, где впервые, наконец-таки, спустя много-много лет показали, что Йода действительно крутой. Потому что, да, ты смотришь там 5-6 эпизод и не понимаешь, как Йода мог быть великим воителем. И вот, спустя много-много лет и спустя первый эпизод, Лукас наконец-таки это показывает. Там дикое количество очень правильного экшена, очень правильного пафоса. Эта разборка финальная на арене совершенно грандиозная. Когда он там говорит «кольцо вокруг выживших создайте», там бросая просто всех этих клонов на смерть. «Вокруг уцелевших нерушимый заслон создайте». Ну и не говоря о самых крутых битвах на световых мечах, я до сих пор помню, что когда Анакин взял 2 меча в руки и начал ими хреначить, зал просто зааплодировал. И еще больше он, конечно же, зааплодировал, когда меч достал Йода и начал как сумасшедший колобок носиться. В общем, не знаю, второй эпизод, по-моему, просто супер великолепный, несмотря на R2-D2, к которому приделали двигатели неожиданно, несмотря на, опять же, вот эти сумасшедшие дизайны техник разных рас, которые, ну вот,
я не перевариваю вообще. Весь промдизайн вот этих первых эпизодов, он просто отвратительный, ну, мне кажется. Но в целом во втором эпизоде, говорю, было все. Была интрига, было приключение, был эпик, были настоящие эмоции. Переход Анакина на темную сторону, его влюбленность, вот вся эта линия просто замечательная. Ну и самое главное, это финал. Когда на закате стоит Палпатин, перед ним маршируют легионы этих штурмовиков, и все они грузятся на Стар-Дестройеры. И ты понимаешь, что вот это именно тот самый мостик между новыми эпизодами и оригинальной сагой, что вот близится закат Республики. Это было просто охренительно. Второй эпизод очень многие критиковали, дураки, совершенно недооцененный эпизод, и мне кажется, именно на нем Лукас сломался, потому что он в первый раз очень-очень старался, да, сделать фильм, ну, у него самого не все получилось. Он собрался силами и сделал шикарное, душевное, экшеновое приключенческое кино. И снова в интернете вылили кучу помоев, и мне кажется, что третий эпизод он уже делал совершенно другими чувствами. В общем, повторюсь, второй эпизод мой любимый, и я на него даже в кинотеатр, вот редкая вещь для меня, раза три подряд сходил с разными друзьями. При этом каждый раз приходилось ездить в Москву, так что вот настолько он мне понравился. Наконец-то джедаи исчезнут. Этого не допустить я постараюсь. Так-то. Первый звоночек о том, что, ну, третий эпизод будет не таким, прозвучал, когда я читал интервью то ли в Empire, то ли в каком-то еще другом большом киножурнале с Лукасом и его продюсером. Там Лукас сказал такую фразу, что мы не хотели делать слезовыжималку, это же кино для тинейджеров. Может быть, тогда я не придал значения этой фразе, но зато сразу вспомнил ее после просмотра. Со времени нашей встречи мои силы возросли вдвое, граф. Чудно. Чем выше задерешь нос, тем больнее упадешь. Смотрел третий эпизод я уже в Штатах, прямо в день премьеры, наконец-таки, такой проделал путь от кабельного до просмотра на премьере. И, конечно, я супер его ждал. Смотрел все ролики, а их было миллион, и, в общем, мой, так сказать, внутренний фанат был разогрет до какого-то такого невероятного космического значения. И, конечно, пытался закрывать поначалу глаза, насколько это плохой фильм, но все-таки вот спустя годы могу сказать, что он отвратителен. Это ужасное кино. Просто ужасное. В нем плохо вообще все. В нем ничего не происходит. В нем нет танкового сюжета. В нем есть вот эта начальная убогая 40-минутная сцена, где Анакин с Оби-Ваном 40 минут ползают, да, по кораблю. И ничего не происходит интересного. Все драматические линии, все отношения персонажей просто жопой писаны, извините. Причем тоже, опять же, из того интервью помню, что первоначально Лукас собрался отдать сценарий последнего эпизода писать известному там лондонскому театральному драматургу. Он сказал, что эту историю по событиям нельзя уместить в двухчасовой формат. Ну, в лучшем случае там 3-3,5 будет. После чего Лукас сам сказал, ну ладно, иди нафиг, и сам все написал. И написал, видимо, уже совсем без желания. То есть я вот до сих пор просто не понимаю, как так можно. Ну, то есть, откровенно, ну, мне кажется, человек просто все достал, и он уже такой, закончу как-нибудь. Момент перехода Анакина на темную сторону, это, ну, просто без мата нельзя описать вообще, что это было. Потому что это, ну, не знаю, худший поворот сюжетный вообще. Ты вот это ждал столько лет, чтобы увидеть вот просто эту идиотию совершенно непонятную. Зачем он убил Винду? Потому что старикашка что-то там переданул. Честно говоря, говорю, во втором эпизоде переход Анакина на темную сторону гораздо лучше показан. Там вот эти заигрывания с Палпатином совершенно искренне. И понимаешь, что он постепенно, да, свое мировоззрение меняет. И вот эта история с матерью и с Джавами. В третьем эпизоде ничего этого нету, просто какая-то херня. Как Палпатин склонил Анакина на темную сторону. Сходили там вместе, потусовались, оперу посмотрели, сказал пару лозунгов, и все, Анакин такой, давай детей убивать. Магистр Скайуокер, их слишком много тут, что нам теперь делать?
И, собственно, наверное, это единственный более-менее нормальный эпизод, когда там скрытый приказ отдают клонам, и они начинают джедаев расстреливать, когда Анакин приходит детей убивать, и когда Оби-Ван понимает, что происходит, встречает Падме, и когда та ему говорит, что она беременна, он искренне произносит фразу «очень жаль». Отец ребенка Энакин? Все это грустно. Это, мне кажется, единственный вообще эмоциональный момент в фильме, вот по-настоящему, где актеры действительно играют, потому что все остальное время они такие, господи, куда мы попали вообще, что происходит, почему мы в этом уре играем. То есть, ну, очень плохой фильм, и завершающий его аккорд просто супер отвратительный. Вот в противовес второму эпизоду финал с кричащим этим Дартом Вейдером нет, это клиника, это дебилизм. Да, и, кстати, не говоря о шедевральной битве Палпатина с Йодой, где просто они месяца, после чего Йода говорит, ой, что-то старый, я стал, пойду отсюда. Надоели эти ваши разборки все. И просто уходит. То есть наглядное пособие. Как окончить битву двух гигантов? Я в изгнание отправиться должен. Фиаско я потерпел. Вообще, мне кажется, единственный, кто не схалтурил в этом фильме, это вот кроме Макгрегора, еще Джон Уильямс, потому что его саундтрек, он как раз отражает вот все эмоции, которые должны были быть в этом фильме, но их не было. То есть в его музыке все вот это есть. Вот все, и конфликт, и переход на темную сторону, и трагедия галактических масштабов. Вообще, мне кажется, что саундтреки первых трех эпизодов, ну, по крайней мере, второго и третьего, они очень недооценены. Потому что вот наряду с классическими охренительными, да, мелодиями, которые все помнят, любовные темы из второго эпизода и вот это финальное из третьего — это одни из самых прекрасных мелодий к кинофильмам, которые существовали, они безумно эмоциональны. Ну, в общем, в итоге, если выводить такой мой личный топ, то на первом месте у меня будет, конечно же, пятый эпизод, на втором, как ни странно, второй, на третьем будет четвертый, на четвертом расположится, ну, на, пожалуй, первый, на пятом будет шестой, ну, а на шестом, собственно, третий. Как эту картину поменяет пробуждение силы, узнаем уже очень-очень скоро. На этом все. Спасибо, что смотрели. Я искренне делился воспоминаниями. Надеюсь, вам понравилось. Если понравилось, ставьте лайк. С нетерпением жду момента похода на пробуждение силы, потому что, ну, знаете, с последних годов мне на самом деле стало срать на «Звездные войны». Вот честно, уже много лет никак не подогревается к ним интерес. Игры выходили так себе, Force Unleashed, я имею в виду, и остальные. Кругом эти только идиотские мультики для детей, ну и так далее. А вот сейчас как-то, ну, возрождается все это. Удалось, да, там, Абрамсу с Диснеем поиграть на чувства, поднять воспоминания с глубин там, сознания и вот возродить те детские чувства. И игры, опять же, да, вот Battlefront подарил массу эмоций, вообще просто как в детство перенесся. И очень надеюсь, что новый фильм, в общем, не подведет, что получится снова вернуться в детство, увидеть зрелищный приключенческий фильм с клевыми персонажами. Очень жду 17 числа и, ну, конечно же, поделюсь мнением. До встречи, подписывайтесь, если еще этого не сделали, заходите в блог, подписывайтесь на группу ВКонтакте, увидимся! Темная сторона. Орден джедая. Они существуют. Сила взывает к тебе. Откройся ей. С
Спасибо, что смотрели. Мы действительно вкладываем в эти сюжеты очень много усилий. Если вам понравился ролик, не забудьте поставить лайк. Это действует на нас очень вдохновляюще. Ну и спасибо тем, кто поддерживает нас. Именно благодаря вам мы можем вкладывать в эти сюжеты максимум усилий.